to the Royal Albert Hall, under the leadership of Boris Rashotomon Rubenshtein. Please welcome Boris Rubenshtein. Я смотрю на твое лицо. Я вижу все, что ты есть. Пугает. Я все вижу. Борис Борисович, и вы, и я, мы из Петербурга. Если подумать о трех местах в Петербурге, в которых вам было по-настоящему хорошо, то какие бы это места были? Их было не три, их были, ну, сотни, по крайней мере. И большую часть из них либо не найти, либо они уже изменились до неузнаваемости, либо их просто нет. А какие, например, не найти? Ну, например, я в очень многом был воспитан и научен замечательным джетлебеном по имени Анатолий Ром, который был всем известен по именем китаец или кит. В начале 80-х он был. Вот из этого общества все поэты петербургские, все вот художники. Такая богема. И вот я очень много времени проводил у него дома, но теперь не дойти этого места. В смысле, дома больше нет? А я не помню. Я уже не вспомню, где он. Его убили, а дом не найти. Поэтому все интересные места скрыты, по счастью. Вы много раз рассказывали, что первой песней, которую вы здесь разучили, была «Ticket to Ride» Beatles в 66-м году. Но только в одном интервью из всех я услышал, вот вы так бросили это и не раскрыли дальше, что это был чернокожий вас научил этой песне. Ну, как мы теперь говорим, афропетербуржец. Лоли Крамалев был мальчиком, который отдыхал, был отправлен в пионерлагерь ВТО, где его талант игры на гитаре и пения меня очаровал, и я пошел узнавать, как теперь научиться играть на гитаре. Он научил. Мы же сейчас с вами находимся опять в очередном витке интересного времени, когда концерты запрещают. Когда я сейчас смотрю, опять же, на историю «Аквариума», так вот окидывал ее взглядом, есть ощущение, что группа никогда не играла так мало, как сейчас, вот, наверное, только в 70-х годах, вот этот период доисторического «Аквариума» и после чуть-чуть. Я к тому, что как это ощущается, что можно, оказывается, жить без толп поклонников, без постоянной дороги, без постоянных концертов. Было ли ощущение обнуление и возвращение к началу карьеры «Аквариума»? Поправлю по всем пунктам. За последние месяц или полтора, в общем, за две поездки последние, в прошлой поездке мы сыграли 17 концертов за 20 дней. Это, простите, сильно. Сейчас мы сыграли за неделю 5 концертов. Завтра будет последний. Так что на отсутствие концертов жаловаться я не могу. И на отсутствие дороги жаловаться не могу, потому что с удовольствием приветствовал бы, если бы ее было меньше. Чтобы поспать удалось. Я несколько ночей не спал. Когда есть возможность играть концерты, мы их играем, и играем не меньше, чем обычно. А когда совсем все было глухо закрыто, за прошлый год я закончил 6 альбомов. Так что спать было некогда.
Да, это... И выяснилось, что у меня еще 6 остается, которые сейчас лежат. Клеветал на наш ленинский строй. Срать хотел я на вашего Ленина, отвечал им герой молодой. Видишь, любую песню можно превратить в популярную. Это, кстати, то, что меня всегда вас поражало, потому что часто же бывает такое, что и музыканты, и режиссеры, они со временем начинают немножко меньше выпускать чего-то. В новое время приходит, и ты немножко теряешься. У меня всегда было ощущение, что вы в этом новом времени не теряетесь. Что оно приходит, вот оно меняется, а вы как-то себя заново переизобретаете каждый раз. Понимаете, Саша, дело в том, что абсолютно не нужно ничего переизобретать. Как мне кажется. И, как мне кажется, время не меняется вообще никогда. Время, ну, честно говоря, это просто интересная концепция, которую мы принимаем за реальность, но это, ну, в принципе, чушь. Вот мы сидим с вами, ну, а где время? Сидим, разговариваем, никакого времени нет. А то, что вот, началась эта эпидемия, или это поменялась эта власть, или что-то еще... Посмотрим, что это нам дает. Вот власть поменялась в начале 90-х, стали возможны передвижения по миру, которые, скажем, в 87-м еще были невозможны. Да? Целиком приветствую. Да? Это расширяет мой кругозор и возможность действовать. Но чтобы поменялось время, нет, я не скажу, что время поменялось. Люди-то не меняются. Насыщенность жизни и качество жизни определяется, наверное, все-таки людьми, которые влияют на твою жизнь. Будь это власть, или будь это полиция, или будь это твои друзья и любимые. Я не думаю, что фактор времени здесь имеет хоть какую-то роль. Время — это метод измерения чего-то. Я скорее даже еще... И про это тоже, но я думал, когда приходит новое время, приходят же новые люди, про которых сейчас сказали как раз. Я себя в последнее время ловлю на том, что мне 35. Легкая-легкая как будто бы зависть и раздражение к молодым у меня возникает. И это для меня удивительно самого, потому что, казалось бы, я... Это интересно. Ну-ка. Я что-то упустил. Мне интересно. Давайте рассказывайте. Почему? А потому что я начинаю понимать, что я гундю и бубню, какую музыку они слушают. Меня она раздражает почему-то. Потому что мне хочется, чтобы они слушали то, что слушаю я, на чем был воспитан я. И мне кажется, что эта музыка там, 90-х, 80-х — это вот этот эталон. И мне тяжелее это принять. И когда я, например, читал про то, что вы вполне себе рассматривали идею с Оксимироном, например, сделать совместную запись, для меня это было такой знак того, что у вас этого ощущения нет. Ну, мне представляется, что, конечно, для каждого времени характерна своя музыка. И абсолютно психологически верно любому человеку говорить, вот когда я был молодым, музыка была отличная, а теперь все говно. Я эту сентенцию слышал за последние трое суток, наверное, раз 5 от разных людей. И я просто как математик должен сказать, что я с этим не могу согласиться теоретически. Одно время, один период никак не лучше другого. Просто если у человека больше не работает механизм поиска, узнавания и наслаждения, значит, тогда он остается в той музыке, которую он слышал, когда было 18 лет. А если ты открыт постоянно, то ты всегда можешь найти что-то интересное. Я честно скажу, что я Эда Ширана за последние, скажем, 2 недели слушал много больше, чем Битлз или какой-нибудь старый джаз или что-то еще. А почему сказать, что интересно, когда я начал про молодежь рассуждать? А мне интересно, потому что я все время сталкиваюсь с этой точки зрения, и мне интересно, как человек сам для себя это... Рефлексирует? Ну, что он по этому поводу думает, и что он собирается по этому поводу делать? То есть, пока ты смотришь, видишь что-то новое, и можешь его перерабатывать, а ты живой. Как только ты замыкаешься в прошлом, все, окей, бай-бай.
Сегодня что у нас происходит, Борис Борисович, в нашей музыке? Бардак, как всегда. Засилье на 95% дурной вкус, безвкусица и средний вкус. Что ужасно. Рано по утру у нас тук-тук-тук. Мама Википедия, с ней Фейсбук. Радостно за ранку, нахлыну уже не унять. У меня есть преподаватель литературы знакомый, который тоже старается понять молодых людей, но в некоторых ситуациях, когда он рассказывает им, например, про, опять же, историю Ленинградского рок-клуба, и когда подростки не знают имен, на которых мы все выросли, он на секундочку задумывается, неужели они варвары? Потом себя успокаивает? Нет, надо просто рассказать. Во-первых, я честно скажу, имея все-таки какое-то отношение к рок-клубу, никакое из этих имен знать не надо. Абсолютно неинтересно. Было чудовищно скучно, пыльно. Бюрократии было 99%. Нормальные люди, что Витька, что Майк, они в рок-клуб, их было не затащить. То есть Витька, по крайней мере, он понимал, что это нужно сделать. Но это в рок-клубе их ненавидели. Потому что рок-клуб был нормальная советская организация, где правят середняки, и все, что чуть-чуть не среднее, должно быть уничтожено. Если нельзя физически, тогда, по крайней мере, запретить. Нас выгоняли из рок-клуба, я не помню, сколько раз. Ну, то, что три, это точно. Есть документы, мне показывали недавно. Так что рок-клуб, я не уверен, что стоит что-то знать. Ну, на самом деле, просто вопрос из человеческого интереса было любопытно. Неужели вы никогда не испытывали такого легкого укола зависти или раздражения, когда про молодых говоришь и думаешь, смотришь на них? Excuse me, маленький вопрос. Когда мы говорим молодые, где мы проводим черту? Вот это хороший вопрос. Но для меня черта, наверное, до 25. То есть ты считаешь, что ты в 25 перестал быть молодым? Мне кажется, здесь, наверное, цифры не так важны. О, мы уже куда-то движемся, хорошо. Цифры не так важны. Ну, цифры вообще не важны. Это правда. Ну, у меня просто это было связано с возрастом, правда. Ты молод, пока ты жив. Пока тебе интересно. Так, по крайней мере, говорят все классики. Как только тебе перестает быть интересный процесс жизни, происходящий вокруг, ты подписываешь бумагу о том, что я увольняюсь с поста живого человека, прошу мое место отдать другим. Справедливо. И после этого люди идут, основывают общество с ограниченной ответственностью, сигарные клубы, что-нибудь еще, экспорт виски. И начинают заниматься приличными делами. Поэтому вот так часто у вас в интервью, наверное, почти в каждом, вы говорите про новый материал, про новые песни, и на концертах у вас примерно 20-30 нового материала. Есть все время вот образ БГ как такого вечного двигателя, артиста без творческих кризисов, без остановок. И боюсь, что даже это все равно концепция, потому что если посмотреть на это дело просто, вот я сижу дома. Ко мне приходят, скажем, какие-то мои близкие друзья, да? Я же не стану им петь песню «Рок-н-ролл мертв» 118-й раз. Вы им ставите старый аквариум, я точно помню, в одном интервью это было. Это происходит редко и делается с абсолютно известной мне технической целью. Технической? Смотрю, как какие-то вещи, которые я сделал 30 лет тому назад, как они работают. Потому что я помню, как я их делал. И знаю, зачем я их делал. Сейчас же время сжимается, и... Как? Мне кажется, все стало быстрее. Аквариум уже сколько шел к первым студийным записям? 8 лет? Начиная со второй династии каких-то рамзесидов, все говорят, что время сжимается. Нет, оно не сжимается. Как шло, так и идет. Никуда не девается. Ну, я к тому, что мне кажется сейчас, может быть, опять же... Метод измерения. Это оно не может зажиматься. Хорошо, смотрите, но если мы посмотрим, вот 8 лет назад никто не знал про Билли Айлиш. Сейчас за 8 лет ты можешь прославиться. И теперь, спустя 8 лет, мы ничего не знаем про Билли Айлиш. Ну, к тому, что сейчас за это время ты можешь прославиться, проехаться пару раз в турне и уйти со сцены.
Но в 62-м было по-другому. Нет? То же самое. Были группы, которые появлялись на одну песню, катались немедленно, их впрягали, кидали в очаг, они проезжали там тур, другой, третий, полтора года, потом, когда из них было больше нечего высосать, их выкидывали. Нормально? Всегда так. Я думаю, что при Рамзесидах было то же самое. Уверен. Человеческая природа не меняется вообще. Но есть же, наверное, какие-то этапы жизни, которые у нас повторяются. Вот у нас с вами, опять же, сейчас скажу, объясню, что я имею в виду. Mm-hmm. Я смело так сравнил свои ощущения 20-летнего с вашей жизнью, так переложил, посмотрел. И я понимаю, что группа долго шла к первым альбомам. И во мне было даже не то, что обидно, но вот мысли, что если бы вы записали тогда это в 20, например, а не позднее, было бы что-то более горячее, было бы больше песен, которые тогда вот именно в том моменте рождались? Нет. Во-первых, я напомню ситуацию. В эпоху поздней советской власти попасть в студию звукозаписи было мечтой, за которую можно было перерезать горло. Потому что это было невозможно. Мы использовали все идиотские возможности хоть как-то попасть туда, где есть звукозаписывающая аппаратура. То, что появилось, вселенная породила Тропилу, который начал всех записывать, это только из-за нашего сильного желания того, чтобы это произошло. Вот. И поэтому то, с какой скоростью писались песни и какого качества уровня оно были, оно никак не было связано с тем, что мы успеваем записывать. Потому что я писал песни для друзей. А мои друзья были «Аквариум». Те люди, которые в него входили. И очень мало за пределами. Вот. Ребята в «Аквариум» и их друзья. Все. А ту музыку, которую вы сейчас ставите, технический эксперимент, вы сказали, просто вы ставите... Да, мне просто интересно, как какие-то вещи, которые мы сделали много-много-много десятков лет тому назад. Поезд уходит. Как они воспринимают сейчас разными людьми, и хорошо ли я сделал то, что я сделал тогда, и не нужно ли внести какие-то коррективы? Совпадают ваши мысли с тем, что вы видите по реакции? А нет, а я... Дело в том, что я не жду реакцию. Я смотрю на реакцию и имею ее в виду. И выясняется, что вот, например, очень простой пример. Мы не так давно, пару лет тому назад, наверное, слушали с друзьями моими «Гиперборею». И вдруг я с радостью понял, что вся фигня, которую мы туда намешали, а ее там просто много уровней, что она вся осталась, она вся работает. Просто нужно чуть внимательнее послушать, она вся там есть, и все, что я хотел сделать, мы сделали. И это было очень приятно. Выясняется, что 30 лет тому назад я был не глупее, не технически несовершеннее, то есть все было на уровне. И это очень приятно. Поэтому возникают новые требования к себе сегодня. Я знаю, что я не становлюсь лучше. Поэтому, если я хочу, чтобы было лучше, нужно это сделать лучше. А каждый сантиметр дается с большим усилием теперь. То есть чем выше, тем больше нужно потратить труда, чтобы продвинуться еще куда-то. Двигаться дальше, как страшно, двигаться дальше. Для меня это, правда, немножко звучит диссонансом с тем, что вы сказали как раз Кате Гордеевой о том, что... Сейчас я воспроизведу это прямо точно. Жизнь начинается в 50, а после 60 она становится только лучше. Ну, просто немножко получается диссонанс между тем, что вы сказали. Нет, никакого диссонанса. Я работаю просто сейчас, больше, чем я работал раньше, но простой пример. Вот, когда мы писали альбом «Утропила», он занимал вот столько времени. Сейчас он занимает в 10 раз больше. И в 10 раз больше средств, и в 10 раз больше поиска каких-то людей, которые могут сыграть на этом треке. Ну, потому что у меня бесконечно увеличились возможности. И поэтому могу позволить себе во всем мире найти одного музыканта, который
с моей точки зрения, может подойти для этой песни. Потом эту песню кто-то послушает один раз, скажет, ах, херня, пойдет дальше. Но я буду знать, что я сделал то, что я должен был сделать. То есть я не сэкономил на этой песне. Мне важно вот это, мне важно выложиться полностью вот во всем, что делается. Будь это картина, песня или книга, или что-то еще. Или разговор. На самом деле, сейчас вот вы, конечно, мою концепцию времени разбили в пух и прах. Ну, очень хорошо, концепции для того и существуют. Но технически-то все равно, вот вы сами сказали, что все поменялось. Я недавно закончил как раз Кита Ричардса читать «Жизнь», книжку. Mm-hmm. Я думаю, что вам знакомая прекрасно. И к тому, что интересно было, сколько идей «Аквариума» оказалось вот так потеряно, потому что не было айфона в кармане, чтобы записать. Я думаю, что ни одной. Потому что все, что делается в итоге и доводится до конца, заслуживает того, чтобы довести до конца, обычно. А то, что мне в какую-то секунду кажется, о, вот это интересно, ну-ка. И хватаешь айфон или записную книжку или что-то еще, и начинаешь записывать, отлетает, ничего не остается. У меня этих, настолько часов этих быстрых каких-то кусочков, которые я там напел, наиграл, что-то такое еще, они все пропадают, никому не нужны. Потому что то, что стоит того, чтобы это делать, оно остается, я это буду делать сегодня, завтра, послезавтра и следующие 2 месяца. Все время, потому что мне будет от этого не уйти. И у вас не было жалости, что какая-то идея могла уйти? Упаси Господи. Ушла, и бог с ней. Как говорят, good riddance. Про живопись вас хочу спросить. Что? Люблю Айвазовского. Нет. Сейчас еще про любимый цвет. Нет. Ну просто, что дает вам живопись того, что, может быть, не дает музыка? Ничего мне не дает. Мне просто нравится рисовать. И нравится, когда получается. Все. Ради этого я и рисую. Чтобы посмотреть потом на холст спустя 3 месяца и сказать, ага, ничего. Ну, просто, наверное, это сродни медитации получается. Нет. Медитация — это совсем другое. И боюсь, что слово «медитация» затерто в современном нашем обществе, просто, поскольку никто не понимает, что это такое, все ее все время... А на что вы медитируете? Как можно на что-то медитировать? Ну, самое красивое определение медитации я слышал в своей жизни, что молитва — это когда ты говоришь Богу, а медитация — когда Бог тебе говорит. Это называется «ради красного словца не пожалеет и отца». Да. Сказать можно массу красивых вещей. Я сегодня утром чистил телефон, и у меня просто фотографии страниц, ну, там 40 или 50, все мудрые люди, какой-нибудь Нисаргадатта Махарадж или кто-то еще, или там все наши, Хуентулку, они все говорят про медитацию. Все замечательно говорят, только не приближает к медитации вот не настолько. Когда ты знаешь, что это такое, ты знаешь, ты говоришь, а ну да, все правильно. А когда ты не знаешь, говоришь, о, как умно, как красиво. Но ты остаешься в тех же потемках, в которых был. Это нужно просто, чтобы научиться плавать, нужно войти в воду и поплыть. В сухую плавать не научишься. И пока мы сутри, искусство любви тоже не научится. И не существует искусство любви, это не искусство. А как бы вы сами определили медитацию? А я бы не стал. Зачем? Кто созрел для этого, тот придет и найдет учителя, и может чему-то научиться. А кто не созрел, ему не нужно этого знать. То есть, даже если бы в баре, допустим, кто-то вас спросил бы, Борис Борисович, расскажите про медитацию, вы бы не сказали? Часто спрашивают. Уверен. В Нижнем Новгороде, прямо около гостиницы, там есть один бар. Все время меня владелец спрашивает какие-то умные вопросы, очень глубокие. Вы каждый раз уклончиво говорите? Нет, а мне нечего уклоняться. Я говорю напрямую, люди воспринимают иногда это как уклончивость. Но я отвечаю, к сожалению, точно и прямо. Speak slowly. Speak slow, speak low. Don't waste words. Боб Дилан рисует, Маккартни рисует, Цой рисовал. Вы рисуете. Почему?
Потому я рисую, потому что хочу исправить плохое ощущение, которое остается от рисунков остальных вышеупомянутых. Мои картины лучше. Ронни Вуд тоже рисует, кстати. И Чарли рисует. Многие рисуют. Но о них мы не слышали, поэтому, видимо, картина еще хуже. Вот Черчилль рисовал, это да. Но все равно то, что его основная работа была важнее. Но у него очень хороший пейзаж. Я слышал, что если бы не живопись, мы бы не досчитались некоторых альбомов группы «Аквариум», потому что продажа картин позволяла покрыть расходы на запись. Ну вот мы говорим про последние три альбома. То есть если бы не было живописи? Ну откуда-то деньги нужно брать. А запись — вещь дорогая. И не окупается вообще теперь. С этим, на самом деле, как раз вот связана тема, которая меня очень сильно всегда волновала — проверка медными трубами, деньгами. Потому что мне всегда казалось... Ну, Ноэль Галлахер, я не знаю, как вы к нему относитесь. Я отлично к нему отношусь. Он все время говорит: «Ты-то откуда здесь? Где бы я с ним не сталкивался?» У него же прекрасная фраза была: когда ты начинаешь играть, ты с поклонниками на одном уровне. У них нет денег, у тебя нет денег, ты поешь оппонентных им вещам. Потом ты становишься успешен, богат, знаменит, у тебя появляется частный самолет, а они остаются там же, где и были. Ну, у вас же, мне так кажется, был период, когда денег стало больше, и было ощущение... Их не стало больше. Никогда за всю историю «Аквариума»? Это глубокое. Мне один раз сделали подарок, сразу большую сумму подарили, какое-то время я чувствовал себя защищенным, что мне не нужно завтра все продавать. А так и напомню, что когда мы... Простите меня, в 97-м году писали «Лилит», мне пришлось, чтобы оплатить запись, продавать машину, гитары, в общем, серьезно. Это «Аквариум» был на пике. Музыка не приносит денег. Здесь каждый украл себе железную дверь, сидит и не знает, что делать теперь. У всех есть алиби, но не перед кем отвечать. Вот не могу не спросить, Борис Борисович, но почему так получилось? Потому что ведь, в принципе, вы в конце 80-х оказались в близости от CBS, от людей каких-то очень влиятельных. В 90-е годы пришли олигархи, которые, ну, 100% выросли на ваших песнях или сформировались. Я уж не говорю про сегодняшних политиков, чиновников, единороссов. Вы, в принципе, могли быть по уровню конвертации народной любви в деньги где-то на уровне Аллы Борисовны Пугачевой. Я имею в виду большие дома, машины с мигалками. Вот, по счастью, конвертировать любовь я не умею. Для людей, которые конвертируют любовь в деньги, есть очень простое название. Мы все его знаем. Был же наверняка период, когда вы могли смолодушничать, может быть, или как-то вот какие-то предложения, может быть, были. Да никто мне ничего не предлагал никогда. Потом люди боятся, я могу нахуй послать. Поэтому они так, в общем, не партийные, не денежные, они так ничего не предлагают. У них здравое чутье, что лучше не надо. И ни разу... Мне от них ничего не надо, вот в чем дело. Если мне кто-то даст 2 миллиона, возьму немедленно, потому что у меня есть куда их потратить. А прыгать как зайчик на задних лапах, извините. Есть много людей, которые это очень хорошо делают. Вам никогда не хотелось быть вот среди таких вот, когда вокруг коллеги все получают деньги, когда вот они так прямо... У меня нет коллег. Ну, именно музыкальные. Я им не коллега. История. В Нью-Йорке на концерте группы «Звуки Му» в районе Meat Market, в таком непростом районе, склады. И там клуб играет «Звуки Му», и приехали деятели шоу-бизнеса из Москвы. Все известные имена, у меня со всеми прекрасные отношения, и они все прибегают, здороваются, обнимаются, что-то мы говорим. Их вопросы все сводятся к одному. Бабок тут как заработать? Не знаю, я не по этой части. Я не ехал в Америку не чтобы зарабатывать деньги. Продолжение этого, эпизод 2. Дэвид Леттерман спрашивает меня о том же самом. Ну и сколько вы получаете? Я говорю: пока, ребята, вы меряете музыку деньгами, музыка ваша будет скучной.
Я очень хорошо поэтому, помню. Да, это. Америка сказала, но при этом прислала около 10 мешков писем. Как мы вас понимаем, как мы с вами согласны. Are you making a lot of money doing this? Mm-mm. Well, does that trouble you? Because as you know, here in the United States and other places, rock and roll people who are successful make huge sums of money. Isn't it why rock and roll here is so boring? Well... But yes, it is. Making you friends all over the world. Ну вот это отношение к деньгам, оно откуда пришло? Какое? Простое и отсутствие вот этого стремления к чему-то. Люди стремятся к деньгам, потому что у них нет фантазии. Они не понимают, чем они будут за это платить. То, о чем ты думаешь, составляет твою жизнь. Если ты думаешь о деньгах, твою жизнь будут составлять деньги и охота за ними. Это не самое интересное, что есть в жизни. Человек имеет право выбирать. Вопрос в том, что ты хочешь. Ты хочешь радости или ты хочешь запах бабок? Я ничего не имею против денег вообще, потому что деньги – это просто идея. Как идея – это великолепная, экономная, хорошая. Но люди за отсутствием воображения и неумения думать, они принимают деньги за счастье. Нет, я должен разочаровать. Я знаю огромное количество очень богатых людей. Счастливее они от этого никак не становятся. Не было ли у вас вот этого обманного увлечения, такой мысли обманки, что все-таки в них может быть счастье? Больше возможностей для записи, больше какой-то свободы, может быть? Свобода не в деньгах, это точно. Более того, я боюсь, что это разные вещи. И наличие денег не дает свободы, наличие денег, наоборот, заковывает необходимостью заботиться о деньгах. О чем все забывают? Все бедные об этом не знают. А богатые уже поздно, назад хода нет. Просто внезапно казалось, что там у многих наших музыкантов, которых мы воспринимали именно такими настоящими, открылась предприимчивая жилка. Там кто-то вошел в состав совладельцев кафе и так далее, и так далее. Откуда? Нет, это нормально. У Билла Вайвена, по-моему, у него ресторан в Лондоне, по-моему, до сих пор жив работает. У людей есть деньги, они хотят их вкладывать. Просто я не могу распыляться. То есть энергия должна быть в одном месте. Если Билл хочет заниматься рестораном, быть ресторатором, честь и хвала, пожалуйста. Просто едва ли он будет от этого лучше басистом. Сомневаюсь. Те люди, которых я знаю, которые на самом деле хорошие мастера своего дела, они не отвлекаются на что-то другое. Физически нет энергии и времени. То есть то, чем ты занимаешься, ты посвящаешь этому себя без остатка, потому что тебе в голову не придет, что можно на что-то еще тратить энергию. Вот, по-моему, это очевидно. Home is where the heart is. А сердце находится там, где находятся твои мысли. Поэтому твои мысли определяют твою реальность. Это всем известно с начала существования человечества. Поэтому я говорю, что если человек хочет играть музыку, чтобы заработать деньги, он не будет счастлив. Он будет все время смотреть, не подрезает ли ему кто-нибудь подошвы, не воруют ли у него деньги. Он будет болеть. Жалко, но помочь им невозможно. Человек должен созреть. И чтобы ответить на этот вопрос, на самый первый, который был задан здесь, в этой теме, у меня никогда не было искушения заняться деньгами. Заняться, вы имеете в виду заработать много денег? Да. То есть иногда у меня возникает мысль, а хорошо бы что-нибудь сделать вот это. Но это длится примерно 30-20 секунд. Потом мне становится так смешно, что я перестаю об этом думать. Ну, вы мне так все равно не сказали, что вам помогло вот такое отношение сформировать все-таки. А у меня не было другого. Никогда. Но, объясняю, до 87-го года вообще разговора о деньгах не было никогда. Его просто не было. У нас не было денег. Когда мы записывали альбом «Равноденствие», я не помню ни одного
упоминания вообще о каких-либо деньгах, кроме просьбы директора Ленинградского отделения фирмы «Мелодия» подписать бумагу о том, что мы отказываемся от всех возможных денег, которые могут быть. Ему нужно было это, чтобы оправдать запись. Все. А когда началась перестройка и начались деньги, американская эпопея с альбомом «Radio Silence» денег, ну, мягко говоря, не принесла. То есть я приехал ровно с тем же нулем в кармане, с которым я уезжал. Но зато я провел 2 года. Так что каждый позавидовал. И когда я вернулся, мы поехали, собрали бэгабенд и поехали по стране, просто чтобы зарабатывать на то, чтобы всю семью кормить. И мы получали, ну, минимум самый. И так было всегда. Ну, сейчас же, наверное, есть какие-то компромиссные варианты, вроде корпоративов, поэтому это им было интересно. Нет, компромиссы — это неинтересно, потому что компромисс — это когда ты отказываешься от чего-то, что ты есть. Ради того, чтобы ублажить кого-то другого. Зачем? Ну, тут вы играете музыку все равно. Так, ну, музыка — это великое дело, это абсолютное дело. Если мы играем музыку неважно для кого. Но у меня есть право вето всегда. Если мне не нравится кто-то, кто сидит в зале, я могу повернуться и уйти. Я им не пользуюсь, но такого не было никогда. Но, по идее, если мне кто-то не понравится. Ну, грубо говоря, если будет сидеть в зале император Палпатин. Палпатин, да? Я не уверен, что он пришел наслаждаться музыкой аквариума. Я думаю, что он пришел с какими-то своими целями. Зачем он мне нужен? Один из нас должен уйти. Я был почему-то уверен, что вы скажете что-то про 90-е годы. Что там будут какие-то истории. А какие? 90-е годы, я напомню по поводу 90-х годов, но это тоже, ты наверняка это где-то читал. В 96-м или 95-м году я помню, что я написал манифест о том, что я отказываюсь быть руководителем группы «Аквариум» и распускаю группу, потому что у меня нет возможности обеспечить людей, играющих в группе, деньгами. Потому что была засада полная с нашим тогдашним менеджером, и денег не было. Я оказался в позорном положении. То есть люди, если я играю с людьми, то они мне доверяют. Если я не могу оправдать их доверие, то значит, я не должен тут быть. Так что 90-е годы было временем, мягко говоря, так себе. Все пронумерованы, а в очереди все равно драка. Хотя всем гарантировано пухлая тяжелая вода. Но если ты не хочешь кончать, назови, как собака. Не принимай от них подачу, вырви из себя провода. Хорошо, вот логичное вытекание из вопроса про деньги был. У вас же есть проекты, которые вы совершенно точно занимаетесь не ради денег. Я про книжку, которую вы 12 лет делали, про «Аэростат», 841 выпуск уже. Это же совершенно точно не проекты, которые приносят деньги. 842. 842. Третий будет завтра. Третий нужно будет писать завтра. Ну вот, контрвопрос. А есть хоть что-нибудь в моей истории, чем я занимался ради денег? Я такого вспомнить не могу, честно говоря. Вы говорите о том, что нужно знать о том, что спрашиваешь. Для меня вопрос, какая мотивация должна быть, чтобы чем-то заниматься на протяжении такого долгого времени? Какая-то же цель явно есть у вас? Просветительская, может? Я занимаюсь тем, чем я занимаюсь всю свою жизнь, начиная со школы и, может быть, раньше, только потому, что мне нравится это делать. Если я за это получаю деньги или славу, или невероятные мистические способности, это уже бонус. Но делаю это, потому что мне это нравится. Альбом «Radio Silence», например, я записывал не потому, чтобы, как все в Москве думали, чтобы заработать миллионы, а потому что мне было страшно интересно поработать по-настоящему, что им, кретинам, в голову не приходило. Потому что они видят музыку как инструмент зарабатывания бабок. О том, что музыка — это значительно более интересная вещь, им даже не представить себе. Они никогда музыки не слышали.
они слышат шелест денег. Жалко их, ужасно, но помочь невозможно. Ну, вы сейчас про продюсеров говорите, да? Нет, я говорю про всех. Ну, как-то вы так сразу всех музыкантов... Всех. Исключение покажите мне из этого. Из современных американских? Нет, из современных московских. Андеграундные группы. Я думаю, что они точно не ради денег. Ну, вероятно, я их не знаю. Не, ну, естественно, я думаю, что огромное количество, 99% нормальных и хороших людей. И в музыке тоже. Просто нам приходится все время видеть людей, которые ненормальные и нехорошие. А как вы вот это считываете, Борис Борисович, что человек ради денег делает или ради творчества? Как это видно? Как это определить? Смотри, я смотрю на твое лицо. Я вижу все, что ты есть. Пугает. Все. Я все вижу. Ну, как вы видите? Как? Глазами. Я вижу все, что мне нужно. На лице человека написано абсолютно все. Говорят, глаза – зеркало души. Не только глаза. Еще строение черепа, вот это все. Это очень много говорит. Ну, очень уклончивый ответ сейчас был. Абсолютно не уклончивый. Когда я напрямую тебе говорю, я вижу все. Что в этом уклончивого? Ну, что вы видите? Просто интересно, что вы видите. А словами это не передается. Наконец-то мы пришли к важному. Истинно интересные вещи существуют не в том регионе, где существуют слова. Существует у людей огромное количество других методов восприятия мира и контакта с миром, и работы с миром, которые словами не описываются. И у меня с массой моих друзей-писателей по этому поводу всегда есть проблемы, потому что они говорят, мы не понимаем, что мир может быть вне слов. Я говорю, что большая часть мира вне слов. И мы прекрасно это знаем. Мы все это прекрасно знаем. Описать запах словами попробуй. Невозможно. Невозможно. Это разные вещи. Словами это не описывается. Описать музыку словами попробуй. Невозможно. Танцевать об можно... архитектуре. Это уже штамп. Нет. Ну просто вот возьми музыку, опиши ее словами. Поймешь в течение первых 10 строчек, что это невозможно. Начинаешь писать о своих ассоциациях, но к музыке это не имеет отношения. Музыку ты воспринимаешь другим органом, и этот орган не говорит. Ни на русском, ни на английском, ни на китайском. Ну хорошо, но книгу, под перевод книги. Сейчас вот я помню, что в предисловии у вас написано, что вам не нравился перевод, и вы решили сделать свой проще, понятнее. Нет, я никогда не читал русских переводов Гиты, пока не начал работать с ним, потому что первые 4 станции уже хватает мне, чтобы увидеть, что этот человек а. не знает русского языка, и б. не понимает, о чем сказано в книге. Ему понравилась книга, он решил ее перевести очень красиво, мудро, похоже, но у него нет чутья языка. Нельзя. Это уже преступление. А если ты еще нет чутья языка, еще не понимаешь, что там сказано, простите. Летят клочьями дыма, и все неизъяснимо. Ну, вы для этого перевод сделали? Чтобы да, чтобы люди могли, кому интересно, могли прочитать, по крайней мере, мою версию, и они будут знать, о чем книга. Вот и то же самое со всеми моими интервью. Я стараюсь говорить просто. Ну, у книги, по крайней мере, есть какая-то высшая цель, во всяком случае. Нет, у нас ни у кого нет высшей цели. Я переводил ее просто потому, что я считаю, что во Вселенной вот этого не хватает, и некому этим заняться. Придется мне. Хорошо. Спрошу вас тогда про время. Вот вы тоже мне сейчас много говорили про время. И опять же я услышал диссонанс в вашем интервью с Козыревым. И вы сказали, что ковид все ускорил, либо сейчас, либо никогда. Поэтому так много записывайте сейчас. У меня изменилось ощущение времени. И раньше я мог ждать полгода или год, чтобы закончить альбом и
представить такую симфонию. Теперь ждать я больше не могу. Мне, когда появляется песня, я знаю, что у меня есть 3 недели или 2 месяца, чтобы ее донести до людей. Я немножко услышал в этом диссонанс между тем, что вы говорите про время, про Бога. Я не помню, что точно я говорил Мишке, но... Мне странно, что я мог использовать слово «ускорил», потому что я не замечаю изменения темпа. Может быть, я просто увлекся, не знаю, разговором или что-то еще, но под словом «сейчас» или «никогда» я имею в виду очень простую вещь. Есть какие-то вещи, которыми я занимаюсь несколько десятков лет. И вот сейчас мне дана великолепная возможность, не отвлекаясь на поездку в Улан-Удэ или куда-то еще, вот сесть и делать это сегодня, завтра, послезавтра и на следующей неделе. И все-таки удалось. 6 вещей мы кончили, 6 альбомов мы кончили. Другое дело, что это никому не нужно, но рано или поздно. То есть по-хорошему нужно было выпускать альбом в год, в лучшем случае, но 2. А остальное класть в сейф. Но тут приходит детский фонд и говорит, а нам? Потом приходит другой фонд, говорит, а нам? Берите, берите. Хорошо, все. 6 альбомов розданы, да, можно идти дальше. У вас вот это время, о котором мы сейчас говорим, оно поменяло как-то? Потому что мой папа, он почти ваш ровесник. И я знаю точно, что его последние 1,5 года невероятно изменили. Близость смерти изменила очень сильно его. А вокруг, когда начали умирать его ровесники, вас поменяли вот эти 1,5 года или близость, может быть, собственная к черте вот к этой? Я знаю, что у вас особенное отношение со смертью. Я был значительно ближе к этой черте. И, в общем, даже переходил пару раз туда-сюда. Как молдавскую границу примерно. Ну, ничего хорошего, интересного там нет. Ну, это много интересного, но к этой жизни имеет ни малейшего отношения. И я не вижу, никак ближе я к этому не стал. Время появилось больше, правда, меньше суеты. Почему спрашиваю? Потому что мне так всегда казалось со стороны, что 80-е и, может быть, даже 90-е вы к смерти в своих песнях все-таки относились как лирический герой, там, небо становится ближе и так далее. А когда я вчера переслушал Махамая, например, там куда больше какого-то обнажения и больше горечи, мне так показалось. Чтобы сразу убить 2 зайцев одним яблоком, мы играли концерт позавчера мы играли в городе... Екатеринбург. Екатеринбурге. И мне пол концерта было страшно, потому что концерт был хороший, то есть он шел с глубоким проникновением по всем точкам. И я вдруг начал замечать в каких-то старых песнях намеки на то, что происходит сейчас. Подожди, ведь как это происходит? Вот то, что мы называем линейным временем, это отражается, может отражаться в прошлом, в будущем, где угодно. И какая-то строчка, за которую зрители музыкального ринга говорили мне, Борис, что за ерунду вы поете? Вот как это объяснить? Как? Есть Гребенщиков, есть Аквариум, есть непонятные какие-то тексты. И у меня в связи с этим... Почему непонятно? Не всем понятно. Вы думаете, всем понятно, да? Спросите у Бури. Люди должны думать, когда они слышат музыку и слышат какие-то тексты. Будет тот человек, который сейчас объяснит мне вот смысл последней песни. Я, честно говоря, почти ничего не понял. Я же не могу им сказать, господа, у вас не хуевое понимание пространственно-временного континуума. Вы вообще не понимаете, о чем идет речь. Вот имейте в виду, что вот это сполох из 2016 года. Что вот то, о чем сказано в этой строчке, случится вот тогда. Но, естественно, вам сейчас этого не понять. Но если вы изучите систему и алхимию и все остальное, вы начнете больше понимать, о чем мои песни. Значит, ну, я не стану этого говорить на музыкальном ринге. Поэтому и вот я, когда вдруг понял, к чему все складывается, вот, и почему именно эти песни сегодня, ну, то есть позавчера, игрались, и как они игрались, и мне очень не понравилось то, что происходит. То, к чему все идет. Я показался очень опасным. На концерте вы имеете в виду происходящее? То,
то состояние, в котором я нахожусь на концерте, позволяет мне видеть то, что мы называем будущим. Я вижу возможные линии развития. Становится иногда не по себе. От чего? От того, что может произойти. В мире? В мире. В мире. Никто не понимает, рок-н-ролл — это не музыка развлечения. Это такая же страшная штука, как алхимия или все вот эти мистические дисциплины. Потому что она позволяет очень далеко уйти и очень многое увидеть. Ну, я так понимаю, не только в музыке, потому что буквально 5 минутами раньше вы обронили, что вы переходили за эту черту, ничего хорошего там нет. Не, ну, я ничего плохого не говорю. Все, там все хорошо, все замечательно просто, все чудесно. Переходил. Физически это зарегистрировано вращение. Ну вот у меня, кстати, банальным образом остался страх смерти, очень сильный. И мне было всегда... Пройдет. Вот как он у вас прошел? А ты умри. И пройдет. Постепенно. Достигайся практикой. Правда. Физически вы имеете в виду умри? Физически. А до этого вы боялись? До момента, когда у вас случилось? Я никогда об этом не думал. И меня это абсолютно не интересовало. Хватит развлекать меня, не то я забуду. Лучше скажем нет Россию и разбою. Скажем нет разбою и насилию. Тупо подобимся блаженному Василию. Так. Теперь вот смотри, вот попробуй отделить. Физическое духовного? Нет. Да не существует ни физического, ни духовного, просто разная частота одного и того же. Так. Попробуй делить свои концепции от того, что ты на самом деле чувствуешь. Ты все время живешь в воображении. На секундочку попробуй отставить воображение так. И отставить то, что ты читал в книгах. И посмотреть, где у тебя страх смерти. Эго. Он боится того, что... Только эго, чем скорее эго умрет, тем лучше. Только эго отделяет тебя от Господа. О чем говорить? Чем раньше умрет эго, тем свободнее ты будешь. Тем больше денег будет. Это ощущение, что не может быть такого, знаете, когда вот уезжаешь откуда-нибудь из новой страны, и ты не можешь смириться с мыслью, что там будет все по-прежнему, без тебя. И также потом ты понимаешь на глобальном уровне, что без тебя мир дальше идет. Вот с этой мыслью тяжело смириться. Да, я очень хорошо это знаю, я это лично переживал в течение, наверное, 15 или 18 минут примерно, в какой-то момент. Обидно. Просто довое. Как же вы, суки, будете жить, а я нет? А потом думаешь, Господи, слава тебе, Господи. Нет, абсолютно не обидно. Наоборот, больше воздуха вам останется. Слава тебе, Господи. Потому что между тобой и мной и ими нет никакой разницы. Ими вы имеете людьми, которые остаются. Да, да. И не только людьми. Нас много. Не только люди. Эти 15-18 минут, они были в юности или недавно? Нет, они были после одной из операций моих. В 18 году? Ну, неважно. После одной из операций. Их много. Разных. Я постепенно в киборга хочу превратиться. А что вы увидели, когда вы находились на грани жизни и смерти? Это можно про это рассказать? Нет, во-первых, мы всегда на грани жизни и смерти. Да. Сейчас придет ОМОН, и мы быстро поймем, что мы на грани жизни и смерти. И грани очень легко переходим. Когда вы переходили грани? Нет, я вывел массу вещей, которые либо не имеют смысла рассказывать, потому что это мои фантазии, которые порождены чем-то, о чем я понятия не имею. Либо это просто невыразимо слово. Но вы испытали восторг, когда это произошло? Не-не-не, никакого восторга. Нет? Скучно, муторно. Да. То, что я видел, было проекцией чего-то происходящего на мое сознание, дурманенное всеми анестезией, которую делают после операции. Mm-hmm. Ничего хорошего там. Но очень познавательно и интересно. И многое успели сделать за это время.
разрешите мне смыть себя пурпур, разогнать караул у дверей, и, как брошенный с паперти, тронко векат, исчезнуть, где сумрак ветвей. Без имени, без предписания, как еще не написанный стих. Куда бы я ни шел, куда мне идти, как не в дом всех святых. Из всего, что я хотел вас спросить, это, наверное, самый острый вопрос, единственный, может быть, даже такой по-настоящему. Но он был связан с тем, что ни на одной фотографии похорон людей, которыми вы были связаны, Курехин, неважно, Лепницкий, никогда не найти вас. Вы не ходите на похороны. На похороны ходят те, кому нужно поставить галочку, что их заметили на похоронах друга, чтобы меня приняли как нормального человека. Те похороны, я был на некоторых похоронах, ничего более позорного, непристойного и, ну, просто фарсового я не видел. Почему? Потому что похороны — это то место, куда люди собираются, чтобы показать друг другу, что они выполняют общественные договоры, и все, что мы нормальные люди. Я скорблю по ушедшему и быстро выпью водки за это. Просто мерзко. Просто мерзко. А когда еще люди начинают врать, как на похоронах режиссеров или актеров, и просто потому что они профессионально врут все время. Ой, Господи. Сколько? 20 минут еще? Пошли. И ухожу. Да нет, чудовищно. Пляски на гробах, знаешь, это не мой любимый спорт. Ну, я абсолютно убежден, что вас каждый второй спрашивает, почему у вас не было на них. Ну, я хотел посмотреть на человека, который меня спросит это. Не спрашивают ни разу? Хорошо, у меня простой ответ. А что мне там делать? Показывать людям, что я был другом покойного? Это и так все знают. Игги Попа однажды спросили. Игги, а вы что, постарели, да? Вы больше свой член на сцене не показываете? Он говорит, а мой член как атомная бомба. Все знают, что он есть. Показывать уже не надо. Вот у меня к похоронам тоже отношение. Но при этом я убежден, что у вас есть какой-то свой способ проститься с человеком, с которым вы были связаны. Мне не нужно с ним прощаться. Еще раз, раз мы так глубоко залезаем, напомню простую вещь, которую все пытаются сделать вид, что ее нет. Когда мы скорбим по ушедшим, рыдаем, плачем, мы рыдаем, плачем, потому что это из моей жизни, этого человека забрали. Это мне нанесли ущерб. Это меня обокрали. О человеке речи нет. Ой, был, не был человек, неважно. Это меня обокрали. Мне некому в гости прийти. Или а кто меня сегодня будет целовать, или что-то такое еще. То есть это эгоизм, возведенный в степень N. Люди рыдают и плачут по самим себе. По себе любимым. Ну, это позорно. Ну, мягко говоря, непристойно. Я не говорю, что не нужно ходить на похороны. Нужно. Как на любое массовое зрелище. У меня есть рубрика, которую я очень люблю. Я вообще люблю говорить об ошибках. Об ошибках, сожалениях. Я очень люблю фразу «unbucket list». Знаете, есть «bucket list» — вещи, которые ты должен успеть сделать перед смертью. А я вот решил, что есть «unbucket list» — вещи, которые не стоит в жизни повторять, основываясь на собственном опыте, может быть, ошибках. Вот если бы вы кому-то... Я понял, что совет — плохое слово. Нет, ну про «bucket» — это я впервые такое слышу, это интересно. Вы не слышали про «bucket list»? Нет. Куча книг в любом книжном есть. «Bucket list». Я не хожу в книжные. Ну, как мне повезло. 100 мест, которые нужно увидеть перед смертью. 100 дел, которые нужно почему сделать. Перед смертью? Ну, почему-то перед смертью. А просто их увидеть нельзя? Ну, не включая смерть сюда. Ну вот почему-то всегда. Before you die. Before you die всегда. Вот сила штампа – великая вещь. Фантастическая. Ну хорошо. Вот где смотрите. Было бы телевидение, если бы не было штампов? Ну, мне 35 лет. Жизнь твоя начнется примерно через 15 лет. Да, да, я уже понимаю. Но тем не менее, вот вы мне сейчас можете сказать, я, упаси Боже от нас, от штампов, там, советов, поколений. Нет, я целиком за штампы. Со штампом очень удобно работать. Ну, хорошо, давайте. По штампам сразу виден человек. Да. Какие ошибки вы бы мне никогда в жизни не порекомендовали повторить?
Водка с шампанским, мне не рекомендую. Лишаешься подвижности и связности мыслей. И четкости речи. И на утро не очень. А все остальное вроде ничего. Ну, это очень тонкая книга получается, но в принципе... Ну, это практический совет, я по себе знаю. Можешь войти в незакрытую дверь, дороги назад уже нет, дорога свернулась у ног. Но я в пути не один. Со мной терпение, вера святых, текила, водка, виски, пиво и джин. Не знаю, думаю, что вряд ли к вам это относится. Там, не знаю, может быть, несчастная любовь, не стоит ее переживать. Хотя, с другой стороны, мы бы, наверное, лишились половины книг и половины альбомов, которые были написаны. Все вообще были... Все искусство. Нет, как ты, как правильно замечал наш великий друг, все счастливые семьи счастливы одинаково. Поэтому писать про них не имеет смысла. Про счастливую любовь ни один классик мировой литературы никогда не писал, потому что никому нужно нафиг про это читать. Все переживают только... Всем нравится только несчастливое. Есть что почитать, есть о чем поразмыслить, поплакать. А вы вообще мыслите в категориях ошибки, сожаления? Или я сейчас спрашиваю, а вы смеетесь внутренне над шаблонностью этого словосочетания? Как говорил один великий учитель, имя которого почему-то скользает у меня из головы, «Все помни, ни о чем не сожалей». Вот я следую этому. Ну, не потому, что я следую, потому что так нужно следовать. Потому что я искренне не могу понять, какой смысл в этой максимальной глупости сожаления. Если я не могу этого переделать, значит, тут не о чем говорить. Это было, проехали. Дальше. А ошибки? Вы делите жизнь на ошибки и не ошибки? Понимаешь, ну вот как, например, вот я только что говорил о смеси водки с шампанским. Если бы я этого не попробовал, я бы не знал, что этого делать не стоит. Поэтому это не ошибка, это эксперимент. Таким же образом, вот, сколько бы я ни делал ошибок, как по опыту моих друзей-гитаристов, который потом был подтвержден блестящим Майлсом Дэвисом, если ты делаешь, играешь и делаешь ошибку, немедленно повтори ее. Чтобы люди подумали, что ты с самого начала так и хотел сделать. Ляпин всегда так играл. И Майлз точно в точку сказал то же самое. Ошибок не существует. Существуют ошибки по отношению к чему? Если есть ошибка, значит, есть не ошибка. Идеал некий. Это вообще глупость. Как может быть идеал в бесконечной вселенной, масштабы которой мы даже представить себе не можем? Идеал чего? Ты не можешь представить себе идеал в пространствах, о существовании которых ты не догадываешься. Мы все время имеем дело с невероятно бесконечной вселенной. Нам все время кажется, что она проста и предсказуема. Вглядись и увидишь, что нет. Она непроста, непредсказуема и управляется совсем по-другому. Вот о чем все эти вот алхимия, все вот эти древние науки, они очень много этим занимались. Но все равно же наступает момент, когда тебе грустно, например. Вот когда вам грустно, что вы делаете? Все время. Зависит от того, в каком именно городе, состоянии, в компании я нахожусь. Если в одиночестве? Скорее всего, лягу спать, потому что это идеальное... Если мне грустно, значит, у меня есть время. Если есть время, значит, я могу поспать. Но если уж... Идти до конца, понятия не имею. Пить один я не люблю. А можно кино смотреть. Я думаю, сейчас скажете медитировать. Нет, если нужно, можно медитировать, если ты хочешь избавиться от грусти. Но, как правило, как история с кольцом Соломона. А когда будет совсем плохо, посмотри, что внутри. А внутри было сказано, и это тоже пройдет. Вот любая грусть очень хороша тем, что она тоже пройдет. Никто из нас этого в жизни, ну, по-человечески понять не может.
Но если это знать, то нужно просто зазубрить. И это тоже пройдет. Все. Не было бы грусти, не было бы радости. Очень многие мои знакомые девушки всю жизнь занимались именно тем, что они рыдали. Чем больше рыдаешь, тем больше потом смеешься. И это когда я смотрю на эти бесконечные колебания рыдания и смеха, значит, за 50 лет создается очень убедительная картина. Понимаешь, что ни одно, ни другое не имеет никакого смысла. Но это метод постижения действительности. Вы даже не представляете, насколько мне было интересно, как вы переживали эти депрессивные состояния. Вот как вы справляетесь с депрессией, например? Я с ней не справляюсь, я ей наслаждаюсь, пока есть возможность. Потому что без нее не было бы счастья? Я просто знаю по опыту, что... У меня после каждого концерта депрессия. После каждого концерта у меня депрессия. Почему? Потому что закончилось? Потому что так много от тебя ушло, что ты уже не восстановим. И все это не имеет... Это у всех абсолютно. У всех людей, которые выходят на сцену по-человечески. Я не имею в виду московских артистов. А которые выкладываются там. Они, как правило, они все после концерта, они либо размазаны по стене чем-то, что они приняли, чтобы как-то с этим справиться. Простите, просто так люблю, когда вы говорите московский, у вас опыт во многом. Нет, по слову московский я не имею в виду конкретный город, который я очень люблю. Я понимаю, это у вас определение такое. Я имею в виду, Москва по определению – это место, которое обманом, шантажом, угрозами и всем остальным ухитрилось занять верховодящее место в огромной стране, не имея на это никакого основания, кроме предельно низких моральных качеств ее обитания, людей ее населяющих, имеющих власть. Ну, слава богу, это не касается тех, кого мы с кем общаемся. Нет, нет, нет. У меня большая часть людей, которых я люблю, живут именно в Москве. Хочу вас про три концерта спросить. Это важно очень. Три концерта, которые я выбрал. Вот прям, хоть, мне кажется... Хоть про пять, да? Но мне просто кажется, что они были самыми значимыми, ну, не самыми, но одними с такими важными точками. А один из них — это концерт в честь Нельсона Манделы, когда вы были, наверное, ну, возможно, первым русским музыкантом. Это не был концерт. Я по просьбе Ани и Дэйва вышел на сцену просто вместе с ними для толпы с неподключенной гитарой. Так что... Но это десятки тысяч перед тобой и 600 миллионов какого, зрителей. Какого хера мне хоть сотни тысяч, хоть миллион? Какое тебе значение? Я не верю, что вы вообще ничего не переживали, когда вышли. Ну, вот видишь, это огромное количество лиц. Ну что, неужели внутри ничего не происходит? Происходит, думаешь, какой же я мудак, выйдя на сцену с неподключенной гитарой. Но, по счастью, я понимаю, что 100 миллионов, которые там стоят, им глубоко пофигу, кто я такой, что, а то, что Аня Ленокс говорит, а теперь наш друг Борис Гребенщиков думает, я кое-что из себя представляю. Ага. Это было приятно. И никакого куража, ничего, какое-то замирание перед тем, как... Саш, я должен сказать важную вещь, которую, может, мы не до конца ясно сделали. Замирание происходит, когда происходит что-то настоящее. А все эти понты — это не настоящее, это дешевка. Но это же тоже концерт. Почему это не настоящее? Потому что ну, есть разница понимаю, между музыкой гитара, и понтами. Да. Многие люди не знают, что она есть. Второй концерт. 91-й год. Последний концерт «Аквариум», когда вы крушите инструменты на сцене. Это да, это тяжелый эпизод в моей карьере. Ты должен быть настолько самонадеянным, чтобы думать, что удар ноги может разбить бочку. Не может, она прочная, зараза. Нужно, знал бы, подпилил бы ее.
так и не смог разбить. Я думаю, что Таунсен все-таки попил. Или кифнул. Ну, что делать? Ну, на ошибках учатся. Вот это та самая ошибка. Нет, а там, ну, понятно, что там как бы много очень эмоций. Ну, и тоже... Ярость там есть явно. Ну, ярость не особенно. Ярость, ну, на себя скорее. Почему? Ну, что все это так нелепо. Это не ярость, это скорее было сожаление о том, что такие прекрасные, то есть имея все то прекрасное, что у нас было, мы должны это все загасить и закрыть крышкой, чтобы иметь возможность сохранить ценность этого всего и через какое-то время открыть и пойти дальше. Потому что аквариум к этому времени выродился, ну, просто в компании людей, у которых у каждого свои цели, свои задачи, свои какие-то понты, которые к музыке не имеют отношения. Вот это было ужасно. Это нужно было, эту заразу нужно было уничтожить. Потому что иначе музыка могла бы пострадать, и она вообще, она страдала, потому что мы в конце 80-х ничего хорошего не сделали. Третий концерт, на мой взгляд, значимый. Альберт Холл, 2008 год. Мне казалось значимым, потому что, учитывая вашу связь с Англией, это как будто Эверест. Как будто вот вы его взяли, и вот что дальше? Вот как это ощущается? Ну, это тоже понты. То есть мне очень приятно самому. В Альберт Холле сыграли. И не раз, а три раза сыграли в Альберт Холле. Какие молодцы, добились того, что надо. Добились. Музыка от этого лучше не стала. Ну, правда, вся ситуация с Альберт Холлом, который все три концерта нам, первые два, подарил Шеричин мой, устроил, подарил, сделал их возможными. Заплатил за них. И поэтому у меня была возможность экспериментировать с музыкой так, как мне было интересно, так, как я считал нужным. И именно таким образом появился у нас Брайан Финниган, появились новые представления о том, как можно играть на сцене, как это. И это мне очень сильно развязало руки. Так что Альберт Холл был замечательным. А так зал не очень хороший. Чтобы там был хороший звук, нужно ставить очень много аппаратуры. Как и делали ребята раньше, когда Хендрикс там играл, или Стоунс, они не через порталы играли. Совсем. Ну, в общем, это подтверждает мою мысль, что для вас квартирник на самом-то деле может быть более значимый, чем Альберт Холл. Для меня значимо. Я честно скажу, что вот часто бывает такое, что ты играешь концерт и заканчиваешь его, понимаешь, что вот сегодня был концерт идеальный, фантастический. Что если бы люди с мультиверса, то все живые существа в мультиверсе, которые интересуются музыкой, они сегодня наверняка тут были en masse, потому что вот это того стоило. А как вы это понимаете? По каким признакам? Вот что внутри происходит, что вот он сегодня фантастический? Я знаю. Ни по каким... Когда есть признаки, это можно обмануть. Правда, это без признаков. Просто знаешь, что это так. И это очень хорошее чувство. Вот позавчера в Екатеринбурге был почти такой. Ну хорошо, что внутри? Вот вы знаете, как вы знаете? Ну, вот как? Что он хороший? А для этого нет слов. Правда. Большая часть человеческой жизни и жизни разума и души происходит в тех областях, где слов нет. Поэтому нам так важна музыка, потому что музыка без слов, минуя сознание полностью, действует на другие органы человека. То, что мы называем душой. Хотел вас последнюю вещь спросить. Спрошу еще перед важную для меня одну. Важную, как для отца. Угу. Для отца пока маленького ребенка, но тем не менее. Вообще изменило ли вас отцовство именно? Нет. Хорошо, думали ли вы,
что вы могли быть другим папой, если бы у вас был отец дольше прожил? Я думаю, что я никогда в жизни не думал, что было бы, если. Это невозможно. У Си. С. Льюиса в «Хрониках Нарнии» Лев Аслан говорит, если не бывает, что было бы, если не знает даже мой отец, император за морем. Понятно, о ком он. Так что если не бывает. Если это уже игра ума. А игра ума происходит, когда человек не успевает, не хочет замечать красоты жизни вокруг, а быстро переходит на свои модели внутренние. И поэтому живет в изумительном мире, а видит черно-белую двумерную картинку. Очень скучно. Я не верю ответу, потому что вас вообще никак не изменило родительство. Есть люди, которые рождены для того, чтобы воспитывать детей, заботиться о детях. Я им завидую очень сильно. Но у меня получается так, что у меня детям я не додаю того, что хотел бы им отдать, но у меня не получается. У меня все уходит на песню. А что бы вы ему хотели додать? Все. Всю культуру, которую мне когда-то мать в меня вложила, я бы хотел сделать то же самое, но я не умею. Ну, что делать? Мне представляется, что важно не то, что про меня думают, а то, что я делаю. Вернее, важно взаимодействие того, что я делаю, с каждым человеком, который это воспринимает. Будь это песня, музыка, картина, что бы то ни было. Моя задача — сделать что-то, что будет действовать на человека так, как, ну, помогать человеку в его жизни. Сделать его жизнь лучше, прекраснее, интереснее. Все, что угодно. И поэтому меня в этом уравнении нет. Я все время сравниваю это с тем, что, значит, ну, если в аптеке работает, ну, как раньше называлось, провизор, да, вот он и продает лекарства, он же тут их и делает. Мне нужно лекарство, а жизнь провизора и сколько у него любовниц, и какого цвета штаны он носит, меня вообще не волнует. Он средство доставки информации лечебной. Вот мы с Бобом Диланом, мы средство доставки. Как он говорил, я почтальон, я просто разношу песни. Я делаю абсолютно с ним согласен. Он единственный, ну, один из немногих умных людей, которые хорошо понимают, о чем они говорят. Ну хорошо, если в этом уравнении есть какой-то важный опыт, узнав о котором человек, это помогло бы ему справиться с какими-то своими проблемами. Но вас просто об этом не спросили. Ну, спасибо, Господи, меня спрашивать вообще не надо, потому что моя жизнь проходит совершенно вне вот того, что мы в большей степени называем материальным миром. Она совсем о другом. Расспрашивайте меня, какие у меня отношения с продавцом персиков на базаре на Кузнечном рынке. Неинтересно. Как Никите, все равно неинтересно. Ну, скорее не про персики, конечно, вопрос, а там вот про то же самое переживание каких-то негативных состояний. Я об этом. Смотрите-ка, а он хоть знаменитый, а тоже дурак. Естественно, да, я тоже дурак. Да. Но давайте то, что я дурак, оставим при мне. Я человек застенчивый, и лучше, чтобы про меня никто ничего не знал вообще никогда. Потому что я только средство доставки. Ну и напоследок, на год ноги. Спасибо вам за этот вечер. Спасибо вам за эти 49 лет. Пусть идет дождь, пусть горит снег, пускай поет смерть над моей травой. Я хочу узнать, я просто хочу узнать, будем ли мы тем, кто мы есть, когда пройдет боль. Вы знали, что в Петербурге по вашим местам вводят экскурсии? И я нашел список мест, которые, по мнению экскурсоводов, это вот ваши места в Петербурге. Литейный, 46,
стоп. По-моему, я сошел с ума. А, сейчас, одну секундочку. Я не верю, что это может быть. Это правда? Да. Совершенно точно. Совершенно. Правда написано, что... Это придумали мы с Джорджем, и об этом знали 6 человек, которые составляют нашу компанию. И теперь это в карте. Да. Этот мир ёбнулся умом полностью. Вот это да, вот это красиво.